Добрый день! Ну, с наступающим Суккотом всех, Бейцрат Ашем, поздравляем! Самая актуальная вещь на Суккот – это, конечно, сука. И что? И далит мини. Четыре вида растений. Окей, значит, по поводу далит мини, у нас был уже урок по поводу итрога в прошлые года, по поводу адасим. Посмотрим, может быть, сегодня сделаем по поводу аравот еще. Итак, мы поговорим сегодня, как правильно связать далит минимум вместе. Четыре вида растений, как их правильно смешать вместе. И вот у нас есть лулав в таком пакетике. Мы его аккуратненько раскрываем. Видите? Не с той стороны, где голова лулава, а со стороны хвостика достаем лулав. Вот у нас лулав. Хорошо, закрытый лулав. Значит так, мы кладем лулав, и у нас адасим, мирт, должны быть с его с правой стороны. Значит, у нас лулав вот этим вот позвоночником своим к нам лицом, да? Мы его поднимем, будет к нам лицом, а к вам сейчас, значит, ко мне спиной. Окей? Спина белая, лицо зеленое. Да? Теперь раскрываем адасим. Вот так вот. Окей, сразу запахло адасим. Как написано, что «Арба миним мисамхим левруэ». Так пишет Сефер Ахинух, что четыре вида растений радуют глаз всех их видящих. Окей, справа мы кладем адасим. Это стандартный обычай. А Ризель говорит, что нужно адасим положить с трех сторон. Один, два, я вот так вот сверху. Так, по мнению Аризаль. Но мы так не делаем. Это по Каболе. А по Алохе адасим с право. Теперь так, теперь берем аравот, иву. Вот смотрите, это иву я снял в 2.15, да, с дерева. Сейчас 5.35, она уже, видите, такая, немножко квеч, такая, немножко прижатенькая. Окей, аваль ива. Да, мы потом расскажем, какие должны быть ивы. Сейчас просто кладем, значит, аравот ниже чуть-чуть. То есть адасим должен быть чуть выше, чем ивы. Окей? Вот так вот. Вот так мы их сложили. Теперь так, у нас есть койшиклах. Вот в этих койшиклах это кошелочка, да? На ашкеназим принято вставлять адасим в кошелочку вот сюда, вот так вот. Да? Оп. И аровис вот так вот. Оп. И лула. Все. Вот так вот оно вместе. Беседа. Теперь оно немножко неудобно. Поэтому что у нас здесь есть? Колечко. Колечко. Это колечко, сейчас посмотрим, оно нам подойдет или не подойдет. Оно слишком узенькое. Поэтому нам нужно сделать другое колечко. А это колечко мы делаем еще три кольца на самом лулаве. Поскольку это напоминание про Авраам, Ицхак и Яаков. То есть нас держат... Что такое лулав? Это еврейский народ, да? Лулав – это пальмовая ветка, да? У нее есть вкус. То есть это люди, изучающие Торы. Да? Этрог – это... У него есть и вкус, и запах. Это изучающие Торы, у которых есть добрые дела. Адасим – это то, у которых есть добрые дела, а аравот – это те, у которых нет ни добрых дел, ни изучения Торы. И всех их берем вместе. Их обязательно нужно взять вместе. Весь еврейский народ представляет единое целое. Это, кстати, связь еще и трога, и суки, далит миним, и суки. Сука – это облака славы Всевышнего, они покрывают весь еврейский народ вместе. Да? Поэтому Аризель говорил, что нужно брать далит миним именно в суке.
Но на алоху можно это делать и вне суки. То есть в одно и то же время есть защита всего еврейского народа от облаками славы Всевышнего. Окей, это... Значит, мы делаем три таких кольца вот на лулав. Вот так вот. А сейчас мы попытаемся в эфире прямо сделать еще одно кольцо для того, чтобы объединить вот это вот. По алохе вот этого достаточно уже, то, что у нас здесь есть. Да, но просто, чтобы оно было крепче, мы делаем, обычно принято делать еще одно кольцо. Окей, вот мы взяли, принято брать лулавовые листочки. Берут некошерный лулав, срывают у него сбоку листочки, вот такие вот. Оп, разделяют их на два. Потом берут вот один. Раз. Два. Да? Рабаре, видно? Теперь берут, вот этот просовывают сюда, да? Видишь, он не просовывается. Окей. Значит, вот здесь так вот, оп, закрываем. Еще раз закрываем. И вот так вот, оп, просовываем. Раз, получилась такая штучка. Арбарин, наши зрители что-то увидят вообще. О! Засунули вот так вот. Сюда. Окей. Петля. Кольцо. Раз. Два. Берем второй листик. Просовываем это вот именно сюда. Окей? Вот сюда. Раз. Потом загибаем его вот так вот здесь, да? Потом просовываем вот сюда. Затягиваем. Затягиваем. Так и затягиваем, несмотря на сопротивление материала. Вот, получился основа. Этой петли, этого кольца. О, стараемся не заслонять нашими руками. Вот получилось кольцо. Видите? Так. Вот так. Здесь можно обрезать при желании. Так вот эти колечки, они что? Они символизируют Авраама, Ицхака и Якова. И они держат наш лулав. Да? То есть основа нашего лулава – это то, что наш еврейский народ держит заслуги праотцов. Okay? Поэтому именно в честь праотцов мы делаем три колечка, как мы сделали там на лулаве. Okay? И вот еще одно колечко здесь. И вот мы сделали еще одно. Можно повесить вот так. Ну, просто для красоты. Надо, конечно, это все подобрезать. Все. Подобрезать. Оп. Вот оно появилось, получилось кольцо. Теперь можно его вот так вот надеть на лулав. Вот сюда вот, чтобы он был лучше затянут, вот так вот. Окей? При желании можно вот это вот обрезать. Вот это вот. Можно при желании обрезать. Окей. Итак, у нас есть здесь ножницы. Мы обрезаем. Здесь лучше не обрезать, потому что нужно его потуже подтянуть. И лучше всего, когда оно доходит и вот здесь тоже попадает еще раз, чтобы можно было затянуть. Окей, чтобы оно держалось лучше. Теперь, где наши? У нас есть еще маленькие колечки. Теперь я специально это сделаю в эфире. Можно, если вы хотите, то можно вязать не так, как мы связали эти колечки,
а просто в Шулхан Арухе написано, что можно просто завязать узелком. Это когда, например, кто-то торопится, да, и нет времени делать койшиклах, да, и нет времени делать колечки, то можно просто завязать узелок. Вот так вот. Вот такая дружба такая. Берем лулав. Вот так, хоп. Рабари, лучше поднимите камеру, потому что незаметно будет. Так. Раз. Два. И вот что у нас получилось. В принципе, это тоже вместо колечка может быть тоже такая вот веревочка. Окей? И здесь тоже может быть такая штука. И кое-что совершенно не обязательно. Можно связать вот такую штуку. Большую, да? Просто вот из этих, из такого же большого лулава. Связать. И это тоже будет кошер. Окей? В принципе, это будет вот так вот выглядеть, да? Вот так вот выглядит. Только нужно сделать еще один, третий. Третье колечко. Вот здесь вот. Но красивее, конечно, колечки. Они вот рвется, понимаешь? Странно, обычно не рвется. Сейчас рвется. Оп. Раз, два. Красивее, конечно, колечки, чем вот эти вот узелки. Вот так вот. Окей. Так. Так. Вот такой. Булав мы связали. Значит, еще раз. Шидра, то есть этот позвоночник лулава, центральная такая как бы ветка к нам лицом, да? Адасим справа, чуть-чуть выше, аравот слева, да? Все. Все, да? Вот такой у нас получился лулав. Окей. Теперь несколько алахот, которые с этим связаны. Еще, что нам нужно знать? Так, это мы рассказали. Окей, стараться, чтобы листья не засовывать, чтобы листья не слетали с лулава, с адаса и сарова, не засовывать так, чтобы листья не слетали. Это важный момент. Окей, в принципе, все без этого. Это то, что мы хотели сказать. Ну, хаг самеах, а дальше мы поговорим об еще нескольких алахот, но уже в других роликах. Спасибо.